определенных температурах и ингредиентах получается у нас битумная эмульсия, которая непосредственно используется для подгруппировки и для ямочного ремонта. В Магадане начался сезон дорожных работ. Уже в 3 часа ночи сегодня был запущен асфальтобетонный завод, и продолжать работу он будет вплоть до октября. В первую очередь дорожники займутся ямочным ремонтом и только после этого дворами. Помимо этого, асфальтобетонный завод будет производить асфальт для укладки на значительных участках улиц областного центра в рамках федерального проекта БКД 2.0. Подробнее о планах на этот год рассказал мэр города Юрий Гришан. У нас большие планы в этом году по дворовым территориям, по асфальтированию дорог, которых раньше никогда не было асфальтовых. Вот сейчас ведутся подготовительные работы по кожзаводу, там, где улица Карьерная, улица Кожзаводская. По ней невозможно даже было ходить городскому общественному транспорту, в том числе и школьному автобусу, поэтому асфальтируем, превращаем эту часть города Магадана в благоустроенную часть. Кроме того, градоначальник сообщил, что сначала будут ремонтировать улицы, где проходит большой поток автомобилей, а в будущем собирается и вовсе расширять дорожную сеть. Также со следующего года начинает действовать новый ГОСТ на асфальт, поэтому приобретается дополнительный модуль промышленной установки. А это означает, что качество дорог очень скоро в столице Колымы значительно улучшится.